Много замечательных мероприятий уже прошли в школьном лагере второй школы. Веселые старты, конкурсы рисунков, экскурсии. За 2 недели отдыха дети стали участниками разных спортивных и познавательных мероприятий, говорит начальник летнего лагеря Ольга Починкова. Наш лагерь функционирует уже вторую смену. Во второй смене оздоровлено 53 ребенка. Он работает согласно программе лагеря «Остров дружбы». И основные цели – оздоровительные, спортивные, художественно-эстетическое и, соответственно, организовать досуг детей в свободное от учебы время. В плане работы лагеря есть традиционные узнаваемые мероприятия. Торжественные линейки открытия и закрытия смены, квесты, спартакиада. Много времени ребята проводят в автогородке и на спортивных площадках. Мы играем, кушаем, уходим на экскурсии. Мне в нем очень нравится. А больше всего что тебе запомнилось за это время? Мне запомнилось больше всего, когда мы ходили в музей. Мы смотрели там разные экспонаты. Мы в тесном сотрудничестве с этнокультурным центром, с детскими библиотеками, с юношеской, с центральной. Соответственно, везде мы там были. Сегодня мы пришли с экскурсией в пожарную часть. Мы пришли в первый раз во вторую смене, но в первой смене мы уже здесь были. Детям, конечно, нравится. Каждая экскурсия в гости к сотрудникам МЧС становится для детей очень ярким и запоминающимся событием. Трудно отыскать ребенка, который бы равнодушно отнесся к реву пожарной машины, к форме спасателя, да и вообще к пожарному делу. В ходе этой встречи ребята второй школы получили массу полезных сведений о профессии пожарного и об особенностях этой важной работы. Экскурсоводы показали детям много чего интересного. У ребят была возможность заглянуть буквально во все уголки пожарной части. Увидели они зал физподготовки, огнетушители, лестницы, спецодежды и спецтранспорт. Каждый из ребят норовил сесть за руль пожарной машины и хотел примерить каску пожарного. Они шумели, но добровольные помощники воспитателей помогли угомонить малышей. Самое сложное? Порой не слушается и не слышит. Нужно всем доступно объяснить, чтобы они не обиделись и поняли. Конечно же, готового рецепта звонкого лета не существует, но педагоги второй школы убеждены, что взаимопонимание и хорошее настроение – это залог успеха. Жизнь в лагере – это один большой праздник, где каждый день масса ярких мероприятий и положительных эмоций. Кирмина Таджиева, Петр Михалап, Время новостей, Белоярске.